Привет, друзья! В эфире программа Game On. Новости и обзоры современных видеоигр. Не отходите от экранов. Я уже рассказывал о третьей части фантастического боевика Red Faction. Он называется «Герилла. Партизан» и вышел на консолях нового поколения и PC. Побывав на Земле, серия вернулась на Марс. После окончания второй части прошло 15 лет, и колонизация Красной планеты продолжается. Шахтеров по-прежнему угнетают злобные капиталисты. Но на их пути встает Алекс Мейсон, отчаянный пролетарий с оружием в руках. Эксплуататоры убили его родного брата, поэтому месть будет не только классовой, но и глубоко личной. Еще во время работы над первой частью разработчики обещали, что практически любой объект в игре можно будет взорвать, уничтожить, разнести в щепки. Тотальная разрушаемость – заманчивая идея. Но в реальности все было совсем не так. Дырявить стены можно было только в специально отведенных местах. Третья часть серии – другое дело. Любые мосты, дома, промышленные объекты и укрепления теперь можно снести. Причем игра запомнит эти разрушения. Тут все решает правильная физика. Здания правдоподобно разваливаются, тяжелая техника играючи проламывает стены. По большому счету, это главное развлечение проекта. Здесь есть даже специальный режим, в котором надо на время равнять с землей внушительные строения. По структуре игрового процесса «Герилла» напоминает Grand Theft Auto. Точнее, его гораздо менее успешные клоны типа «Mercenaries 2». Выглядит это так. Герой получает задание по радио и едет в точку назначения на машине. Кругом вражеские патрули, опасность подстерегает на каждом шагу. Игровая территория огромна. Именно по причине масштаба графика кажется весьма скромной, даже устаревшей. При этом движок иногда может поставить на колени даже самый мощный компьютер. В остатке получаются несколько утомительные покатушки, чья однообразность лишь отчасти компенсируется феноменальной моделью разрушения. Поначалу взрывать все подряд кажется чрезвычайно забавным, но скоро вы обнаружите, что делать тут, в общем, нечего. Миссии похожи одна на другую, а сюжет практически отсутствует.